Добрый день, дорогие друзья! С вами студия «Новое планетарное телевидение» Мария Карпинская. И вот я к вам вернулась через пару деньков. Просто уезжала на время. Значит, сегодняшняя тема, которую я хочу поднять, она очень важная. И тема эта, она формулируется примерно так. Тайна имени, которая была дана вам от родителей, неважно, какие это родители, от вашего рода, то бишь. Ники, которые в сети вы себе сами присваиваете, и псевдонимы. Что это такое, чем одно отличается от другого, и что, так сказать, куда указывает. Итак, я начну с имени. Имя, которое вам дается при рождении вашим родителями, оно не случайно. И оно выражает, потому что когда дается имя, родители все равно имеют связь со своим родом. А род у каждого человека очень длинный и далеко идет туда, понимаете, да? И у рода есть сила. И то имя, которое вам дается, оно определяет вашу индивидуальность, вашу потом формирует личность, и оно делает вас сильными, потому что вся сила рода, всегда вы как острие деревца, передается вам. И вы имеете эту силу рода. И поэтому, если я ношу фамилию Мария, мне эта фамилия дала бабушка моя, там по каким-то религиозным принципам, то понятно, что в имени Мария и заключена вся моя индивидуальность, моя личность, моя суть заключена, моя душа заключена. И в этом имени заключена сила всего моего рода, который у меня был по линии, значит, по всем линиям. Но обычно там у нас говорят, допустим, Мария, дочь Авдея. Я вот Мария, дочь Авдея. И вот эта сила отцовского, по отцовскому роду передается вся. В Иудее, вы знаете, в Израиле, там наоборот все считается по матери. Там Мария, дочь там такой-то матери. Но я считаю, что сила рода, она должна передаваться как по материнской линии, так и по отцовской. И тогда это полноценно, и тогда это правильно. Но для этого дело в том, что у нас в России институт семьи полностью разрушен, и мы живем как какие-то ракшасы. Извините, совсем уж плохо. Вот, допустим, в Индии, куда я езжу, там институт семьи остается вечным. И традиции, и как себя вести, и что делать, это все вечно. И поэтому даже когда заключаются браки, браки заключают не между собой молодые люди, а заключают родители. Они выбирают из достойной семьи достойного человека своей дочери. Или наоборот. И женят их, да? И если у нас соединяется он и она, то начинается все со страсти. Не с любви, а с животной страсти. Люди сразу впадают в животное состояние. И потом редко кто доходит до уважения в семье, до дружбы. И уж не говорю про любовь безусловную, вечную. Вряд ли кто доходит. В индийской традиции во время женитьбы муж и жена дают друг другу 7 клятв. Это значит, на 7 жизней они как будто объединяются на 7 жизней, встречаются, потом и снова женятся. И у них все начинается сначала с уважения. Муж уважает жену, жена уважает мужа. Потом начинается дружба. Они между собой дружат, это все требуется годы. И потом все это выливается в истинную любовь уже в зрелом возрасте. Конечно, в таких семьях, я сейчас говорю о высоких браминских семьях, и дети достойными рождаются, и родители достойные. И там не может быть, иногда может быть ошибка, но в основном это безошибочное попадание туда, куда надо, как говорят. И поэтому присвоенное имя является гордостью. И с гордостью носится это имя, является сутью, вот просто имя одно у них, допустим, индийское. У нас, я же говорю, добавляется Мария, дочь Авдея, там в Израиле я уже говорила по материнской линии. Но в принципе в имени заключена огромная тайна. И поэтому, если вы
меняете свое имя, то надо спросить себя, зачем я это делаю. Потому что тогда ваша верхушка, как дерево родового, отрезается и может быть вообще выброшена на обочину. И тогда вы превращаетесь в нечто другое. То есть, потеряв свою индивидуальность, потеряв свою личность, вы не находите счастья на этой земле. А на ней так важно быть счастливым, или быть просветленным, или быть осознанным. Есть у людей такие пути, когда у них не сложилась ни семья, ни дома родители, там что-то такое. Их как бы вот отрезают действительно и выбрасывают на обочину, и они там дальше, как перекати поле, начинают жить. Но именно такие люди могут приходить к просветлению и становиться йогами и йогинями, так назовем их. Но это очень редко, особенно в России. Здесь с просветлением даже говорить не приходится. Почему? Ну, во-первых, я же говорю, люди здесь своим именем не гордятся. И очень часто, особенно сейчас, я вам сейчас расскажу, в сетях сейчас везде используют ники. Пишут какие-то английские названия, еще какие-то, неважно какие. Что такое ник? Ник – это сетевое ваше программированное имя, то есть имя вашей программы. И человек, который берет ник, почему я их называю мутантами, да? Я сразу пишу мутанту, не хочу отвечать. Потому что любой человек, который взял вместо своего имени некий ник, там неважно, хоть даже какой, хоть даже сверх, он не станет там волшебной стрелой или светом, там лучом света. Он не станет этим никогда в жизни. Потому что он теряет свое родовое древо. И теряет свою суть, теряет свою душу. Такие люди становятся мутанты, что такое безнравственные, потерявшие совесть, потерявшие совместную весть, да, от рода своего. То есть они становятся ничем и никем. Их даже нельзя определить название, что это человеки. Но именно такие существа, которые стали под никами ходить разными, маскируясь, а ник – это прозвище, кличка и сетевое имя. Так вот, в этой сети ты становишься частью маленькой программы. И тогда все люди с сетевыми именами, для чего, может быть, это было запущено, берите себе ники, их спокойно можно программировать, их спокойно можно чипировать. И они уже становятся не людьми как таковыми, а они становятся элементами определенной большой сетевой системы, которая, собственно, нам сюда была сброшена через социальные сети, через YouTube, через все. Но один человек чувствует это и никогда в жизни не возьмет никакой ник. А другие люди берут эти ники, меняют их. Вот я просто наблюдаю, что происходит. Вот особенно там я делала передачу про секту Виссариона. Вот эти виссарионовцы все под никами. Они уже не люди. И с ними не о чем говорить. То есть это все пустое. Ну и теперь я хочу немножечко еще обратиться даже к литературе. И вот псевдоним. Что такое псевдонимы? Я вам просто даже немножко как бы зачитаю, что это такое псевдоним. Ну, обычно псевдонимы, вы знаете, берут политики, вот, берут артисты, берут, в первую очередь, конечно, стали брать псевдонимы писатели. И псевдоним – это имя, которое используется человеком, а может быть и группой лиц. Ну, это как бренд, знаете. Псевдоним берется для того, чтобы зарабатывать обычно деньги. И вместо собственного имени, как бы человек заменяет свое имя, свои родовые корни на псевдоним определенный, какой-то бренд, да, с помощью которого он может зарабатывать деньги. Это такой вымышленный, называется антропоним, которым автор заменяет свое настоящее имя и становится ложным в письменном тексте или публичной деятельности. Я уже сказала, что это любые виды искусства, художники, вы знаете, певцы разные, особенно это писатели. И политики тоже стали сейчас брать псевдонимы. Я уже сказала, что можно брать коллективный псевдоним. Ну, вот из писателей в литературе, да, я могу назвать псевдоним Шарлотты Бронте, псевдоним Марк Твен, Джон Роулинг. Это все псевдонимы. Вот примеры.
Ну, не надо путать псевдонимы с именами людей. Вот, потому что тот человек, который берет псевдоним, он приобретает какой-то характер себе. Это не ники. И они представляют собой некие вторые временные имена с целью скрытия личности человека порой. Вот. Литературные псевдонимы часто вытесняют в сознании настоящее имя автора. То есть, как бы, понимаете, если вы рисуете, поете, танцуете или пишете что-то, то вы имеете право взять псевдоним, потому что это как бы ваша вторая жизнь. Одной жизнью вы живете, данной вам от рода сила, и она тоже тут используется. А другое – это псевдоним. Например, Мольер, его настоящее имя, вы знаете, Жан-Батист Паклен. Вольтер, настоящее время, имя Франсуа-Мари Руэ. Жан-Поль, настоящее имя Иоганн Пауль Фридрих Риттер. Такой Навалис, настоящее имя Фридрих фон Гальбердерг. Стендаль, настоящее имя Мари Анри Бейл. Джек Лондон, настоящее имя Джон Гриффит Чейни. Максим Горький, вы все знаете, что настоящее имя его Пешков. Политические псевдонимы, например, Троцкий, его настоящая фамилия Бранштейн, у Ленина Ульянов. Это вы знаете, да? Для чего используют псевдонимы? Ну, так исторически сложилось, что псевдонимы принимали форму таких, ну, латинскую, анаграмм. И анаграмм. Но существуют и другие методы выбора псевдонима. Вот используют псевдонимы, ну, различными факторами, общественные, биографические факторы. То есть, если кто-то хочет подчеркнуть традицию, или национальность свою, или творческие и человеческие качества, или желание сохранить инкогнито. Ну, разные эти самые, сословные предрассудки, цензурные условия. Спасение от преследований, нерешительные и начинающие авторы часто боятся себя высвечивать и берут псевдонимы. Наличие однофамильцев или родственников, которые работают в той же сфере. Вот. И классификация, я уже говорила, есть специально разработанный словарь, где в эпоху гуманизма была такая античная культура, привела к появлению вот этих псевдонимов. То есть это, допустим, Гугенхайм – это Парацельс, Иоганн Георг Турмайер – это Иоганн Авентин, ну и так далее. Вот. Ну, вот есть такое понятие алоним. Это псевдоним, который представляет собой имя другой личности. То есть вы как бы берете и одеваете маску. Есть такой этно-псевдоним. Это, например, вот Леся Украинка указывает, что она из Украины. Есть псевдоним. Это который скрывает национальность автора. Многие писатели там брали и скрывали свою еврейскую национальность или польскую, или английскую и называли себя как-то по-другому. И псевдоандроним – это подпись в форме мужского имени, которую использует, например, женщина, как вот Джордж Санд. Так, ну, в литературе это частная форма имени писателя, которая употребляется самим автором или издателями. Ну, в 19 веке вот эта письменность считалась преимуществом мужской профессии, а женщины тоже хотели писать. Поэтому часто они писали вместо женского имени псевдоним мужское. Псевдонимы также используются в случае, когда настоящее имя писателя может быть спутано с именем другого автора, чтобы не произошло накладки, как у Толстого, да, Алексей Толстов, Толстой и Лев Толстой. Но они не брали псевдонимы. Писатели, которые создают как художественную, так и другую литературу, философскую, разные жанры, используют несколько порой псевдонимов. Для философских трудов один, для литературных другой, для поэзии третий. Вот известная вот Шарлотта Бронте, которую я очень любила когда-то. Это тоже вымышленная писательница. Вот она скрывала свой пол. И, то есть она была не женщина, а мужчина. И вот известная ее вещь, Джейн Эйр, Шерли, это реальные вещи, которые были написаны. Ну, вы знаете, что Марк Твен тоже использовал. И Марк Твен в переводе означает две морские сажени, то есть минимальная глубина, допустимая для плавания. Женщина, которая написала, вот Джоан Роулинг,
Она, Гарри Поттер известный, да, она написала под кратким именем Джека Роулинг. Ну, то есть много людей использовали, а еще какие, допустим, брали авторы совместно что-то делали, тоже называли себя одним общим именем. Но я не буду уже об этом говорить. Понятие псевдонима остается актуальным и сейчас во многих отраслях человеческой деятельности. Особенно в современном искусстве. Носители псевдонимов – это не только писатели, но я уже говорила, актеры, музыканты, певцы, танцоры, художники. И говорят так, это ее сценическое имя, это профессиональное имя, это экранное имя. И слово псевдоним произошло от греческого вымысел, значит, вымышленное имя, ложное имя. Вот. И я хочу сказать, что это очень важно вот, для многих людей, которые занимаются философией, писательством, или там, очень важно взять второе имя, чтобы было две параллельные как бы судьбы, да? Одна судьба от рода, которая помогает, а вторая две параллельные, которые никогда не пересекаются. А вторая вымышленное имя. Ну, допустим, я тоже имею псевдоним. То есть мое истинное имя было, есть во всех веках Мария и в этой жизни дочь Авдея. Но мой журналистский псевдоним, он остался по имени моего мужа и Мария Карпинская. Моя фамилия по отцу Подоляко. Это очень древний род казаков, из казаческого рода я происхожу. Вот, и там длинная история по отцовскому роду. По бабушкину там еще длиннее, там это все роды, роды, роды. И вся сила этих родов, конечно же, со мной. Но я не ношу фамилия Подоляко, подол от слова, потому что все в имени моем заключено, Мария, и этого достаточно. Причем в этом имени заключены все мои роды. И по матери, и по бабушке, и по дедушке, и по всем, по всем, по всем. И поэтому все сконцентрировано в этом имени. Но когда я хочу выделить род своего отца, я говорю Мария, дочь Авдея. И отсюда отчество Мария Авдеевна. Вы тоже можете там себя также вот посмотреть. Еще изучить, как ваше имя там, что оно, какую личность оно вам программирует. Не программирует даже. На самом деле, надо самому почувствовать, какую силу рода вашего от самых истоков дает вам то или иное имя. Но так как у меня есть много... Я уже сказала, я журналист. И как журналист я выступаю Мария Карпинская. Но у меня был еще один брак, и фамилия моя... По паспорту осталась Мария Филатова. Это уже не важно. Но вот и получается, что у меня три как бы фамилии. Одна моя истинная фамилия Подоляко. Вторая это мой псевдоним по мужу фамилии Карпинская. Часто в традициях многих меняют фамилию по имени мужа. Это известно. Ну и третья фамилия Филатова это в паспорте. Так я и решила все оставить. Мне так нравится. Далее, значит, я выбрала себе псевдоним духовный, который не дает деньги, но который дает очень много размышлений. И я взяла и сайт назвала так. Ой, извиняюсь. Лилит. Лилит 12.ru сайт. И само вот это Лилит, это имя, очень древнее имя непокорной жены, так называемой по Библии, непокорной жены Адама. Не Евы, а Лилит. Ев много, а Лилит одна. И поэтому в этом имени Лилит вложена сила, огромнейшая сила матери-богини. И в Израиле, в Иудее, там даже есть место у Генесарецкого озера, называется местность Лилит. Там вообще это почитается. Когда евреи говорят, что они почитают своих детей и имена по матери, они под матерью имеют, конечно, мать Лилит. Потому что они сокрыли... Вот в чем ошибка иудеев, да, евреев? Что они сокрыли... Не только, и мусульмане, кстати, это сделали. Они сокрыли имя матери-богини. У них вот это последнее имя, когда Лилит там жила в Иудее, на Красном море, она бежала туда, да,
отсюда оно обогрелось кровью. И Аллат, Аллат, Аллатырь, Аллат, Аллах. Много связей, да? Вот там она жила уже, когда бежала, когда ее преследовали. И я еще раз повторю быстренько историю, которую вы можете найти в интернете сегодня, что на самом деле были созданы два Адама. Адам Ришон и Адам Кадмон. Можете найти Адам Ришон в интернете, Адам Кадмон. Естественно, у одного один был эгоистичен и такой. И у него была жена Ева, склонированная, сделанная из ребра. А другого Адама жена была Лилит. Она не из ребра, она из огня сделана. И это две творческие единицы высшего порядка. Но Адам первый, так назовем, земной, эгоистичный, решил уничтожить Адама второго. Это вечная война. Что, собственно, и произошло. Но его уничтожить нельзя, потому что он бессмертный. Но это не важно. Но мир, его разбили вдребезги. И осталась его супруга Лилит, которую он и пригласил. Адам первый пригласил стать второй женой рядом с Евой. На что Лилит выразила свое несогласие. Вот вы знаете, я сейчас вспоминаю все, кто Виссариона, что там творилось опосля всего, когда было издано постановление о том, что в одной семье может быть один муж и две женщины. Он прям пошел по схеме Адама вот этого земного, эгоистичного и жуткого. Я об этом еще потом поговорю. Я вообще могла бы даже поговорить, просто если бы эти все под никами не были мутантами уже, а были бы человеками, они бы, конечно, начали размышлять. И вот вы знаете, эта история, только там, наверное, не нашлось у них. Одна я оказалась, по которой можно присвоить псевдоним Лилит, потому что я уехала из того места. И не стала там находиться вот в такой уже будущей среде жуткой. Но остальные женщины, которые смирились, они стали там вторыми, третьими, это уже не важно. Вот эти вот мужчина один, он все, а женщина вокруг него. Так вот, изначально Адам один, высший, да, и его супруга Лилит, это мать богини и сам Бог-отец, они создали вот такой идеальный прекрасный мир. А второй бог, так скажем, которого Яхва, Иегова зовут, и которого уже сейчас разворовывают, и многие уже начинают тоже так говорить, там, используя мои знания, ну что делать. Он создал вот эту Еву из ребра и Адама из праха. Ну, результат уже понятен со всем этим. И вот сейчас разыгрываются эти бурные сцены игры, когда, конечно же, Лилит никогда не могла подчиниться, стать там второй, третьей, 25-й рабыней и так далее. Потому что это женщина, которая равна по своей силе прекрасному своему мужу, мужчине. И поэтому они, в первую очередь, их жизнь, если бы завязывалась, она бы начиналась первое с уважения, потом дружбы, а потом только любви. В семьях, где Адамы земные, эгоистичные и Евы, все начинается через одно место, которое, вы знаете, называется вагина. Не обижайтесь на меня. Итак, я возвращаюсь к псевдонимам для творчества. Очень важно, правильно, если вы писатель, выбрать для творчества правильный псевдоним, потому что писательская ниша, она заполнена миллионами разных имен, и столько было придумано всяких псевдонимов и всего, что просто не знаешь, за что схватиться. Некоторые просто, выбирая то или иное имя, чувствуют вот это светлое чувство, и они говорят, а ведь это имя, именно это имя говорит обо мне. Сколько же светлых воспоминаний с ним связано? Вот. И многие люди просто вот очень любят свой псевдоним, потому что это целая жизнь. И это новый человек. Это как бы аватар первого человека. Вот Мария – это я, а мой аватар или мой, так сказать, новый человек – это Лилит. И через Лилит, используя вот эту Лилит, я могу стать тем, кем я захочу.
и дать своему роду другую силу, другую возможность, другое развитие. Благодаря вот этому псевдониму я могу быть тем, кем самой собой в жизни. И благодаря псевдониму тебя могут запомнить сотни миллионов человек. То есть имя тоже такой своеобразный бренд. А опять же, одним людям бренд делает деньги обычно, а другим людям бренд делает духовное развитие, дает возможность духовно развиваться в псевдониме. Поэтому каждый выбирает свое. Я выбрала духовное развитие. А при выборе псевдонима, ну, в общем, это надо быть очень щепетильным и нельзя называть себя всякими глупыми именами, потому что тогда вы появляется новый человек и целая жизнь параллельно глупая и ужасная. Вы знаете, вот очень многие артисты там, допустим, взяли себе имена, да, их полюбили зрители, а потом они отказываются от этого псевдонима. Как же у нас там это вот все будет хорошо, да, Андрей? А он не хочет быть больше этим, потому что этой женщиной, я забыла, как ее зовут, видите, она даже имя стирается. Ну, вы все знаете. Я это точно знаю, да? Вот, в писательском мире ценится, когда ваше имя звучит как-нибудь по-иностранному, вот, по-английски. Но мне, допустим, я же говорю, это для того, чтобы делать деньги. Вы, допустим, выбираете псевдоним, и это говорит о вас. Но сменив его, если вам что-то надоело, то у вас вообще просто вы просто стираете себя из вихи времен. Если вы были одним, потом другим, вы просто стерли себя из времени. И вас нет, поэтому стали тоже мутантом. Но очень важно, чтобы ваше имя закреплялось, чтобы оно вызывало много споров, много удивлений. Вот, и поэтому вот мои псевдонимы, ну, Карпинская, понятно, это просто по мужу, потому что я очень уважаю род своего мужа. И взяв Мария Карпинская, я объединила через Марию свои роды и плюс роды Карпинских сливых в одно единое древо жизни для того, чтобы это древо продолжить, сделать его лучше. А взяв себе псевдоним и поэтический, и философский Лилит, я, собственно, охватила создание целой цивилизации, большой, да, и как бы вот эту энергетику, энергию самой матери-богини, которая претерпела. Не той, которая там раз, там поднялась по хорошей лестнице, а которая очень много претерпела, была оклеветана, уничтожаема, детей ее уничтожали, ну и так далее. Для чего я взяла именно такое, такой псевдоним? Да потому что в нем именно я и чувствую себя, вот эту свою силу. Потому что все новое, когда мы пробиваемся к чему-то новому, нам всегда нужно что-то бороться на этой дороге. И это путь борьбы. Я выбрала очень трудный путь борьбы, и другого я не вижу в себе. Вот, если же вы не уверены в своем псевдониме, например, вы его взяли, и вас тошнит от него, то нужно срочно, срочно убрать такое имя, чтобы вас не тошнило. И вы должны, если вы что-то начали делать хорошее, да, то и выбираете псевдоним, вы пишете, или вы танцуете, или вы поете, то нужно такое выбрать, что разлюбить было бы невозможно. Вот. Ну, хочется, конечно, закончить. Бывают такие времена, что мысли закрадываются, и у меня тоже, что хочется закончить творить под именем, да, допустим, Лилит, и сменить его на какое-то другое. Но, знаете, люди, которые меняют очень часто имена, о чем это говорит? Они, значит, себя не любят, и они комплексуют, поэтому и не любят свое собственное имя, не любят свой собственный род, и вообще ничего не любят. Вот. А я слишком люблю все то, что я взяла себе в качестве псевдонима.
И поэтому я так люблю свой псевдоним Мария Карпинская, потому что здесь два рода. Я так люблю свой псевдоним поэтический, философский Лилит. Лилит иногда 12 пишу. Ну, потому что в этом кое-что тоже закрыто. Так что вот для меня это просто, просто историческая веха. Я снова вписываю, как всегда, себя в историю. Вы знаете, вот Брюс Ли однажды сказал: «Я боюсь не того, кто изучает тысячи разных ударов каждый день, а того, кто изучает один удар 10 000 раз». То есть, выбрав одно имя, если вы его достойно несете, то о вас будут, вы останетесь в веках. Вы будете записаны в книгу жизни. Вот что такое имя. Можно, конечно, сделать такой псевдоним, что-то написать, собрать миллионы поклонников. Вот, но это трудности каждого. Кто-то хочет поклонников, кто-то хочет писать себя в вечность. И каждому, как говорят, свое. Я выбрала те псевдонимы и несу их достойно, в частности Лилит, для того, чтобы оставить свой след в вечности. Не вписать это где-то там среди поклонников, а войти в вечность. Это мое желание, которое я, собственно, и выполняю сама. Вот мне очень все нравится, и на самом деле мне очень нравится вообще все. Мне нравится имя моего отца Авдей, фантастическое. Я в детстве не принимала свою мать с ее взглядами, потому что она для меня была эгоистичным, злым, невежественным, распущенным человеком. Но прошло время, и, как говорил отец, у всего есть свое назначение на земле, а тем более не зря Господь соединил такой прекрасный род моего отца с таким купеческим родом моей матери, павшим, да, где там картежники и так далее. Это очень хорошее сочетание, потому что это дало мне силу. И меня это научило многому. И он же говорил, что когда зайдешь за определенную черту, ты ей в ноги поклонишься. И это правда, потому что я расцениваю сегодня род своей матери как некую энергию, которая мне дается от этого рода. И я с благодарностью принимаю и то, и это, и пятое, как говорят, и десятое. Ну вот видите, из рассказа о себе самой вы сами сделаете выводы, да? Все познается, мир познается в сравнении, знаете это. И поэтому, послушав это, я надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то правильные выводы и немножко подкорректируете свою жизнь правильным образом. Все, спасибо, с вами была Мария Карпинская. Всего вам доброго.